Итак, всем привет! Меня зовут Нейзи, и, собственно, я снова продолжаю стрёмные приключения. Сегодня Эмеральда нету, как бы печально этого не было, но он не онлайн сейчас, поэтому, ну, что, ждать его там, сидеть, ждать? Смысла нет вообще. Вот так. Мне нужно железо. Я хочу, знаете, что построить? Вот я тут сидел думать, и вот ржавый люк, да, и бункер, типа бункера построить. Что-нибудь вот так вот он крафтится. Ух ты, занавесочка. Да, вот. И, собственно, давайте посмотрим, у него железо. Есть ли железо у него? Да, есть железо. Нужно еще, что там для этого нужно? Ржавый вентиль, вот так вот он крафтится. Окей, давайте скрафтим. Вот, я немного, кстати, заболел, да? Ну, ничего страшного, я думаю. Вот он. Ага, вот так ставим вентиль, и вот получается ржавый люк у нас с вами. Так. Еще что мне нужно? Я хотел бы что еще скрафтить. Из оружия можно что-нибудь скрафтить на самом деле. О, калаш хочу. Так, мне нужно 10 дерева. Дерево. Досок именно дерева. Может, у Эмеральда есть что-нибудь? Хочу калаш, очень хочу калаш. Тут просто булыжник, я тут думал. Фу ты. Факел сломал. Опа, чё у нас? Ладно. Понятненько так. Ты чё? Там этот ангел. Там ангел. Чё, я убью, ему урон не наносит. Эй, алё. Это, блин. Эмеральд, я тебя убью, если ты видишь вот этот видос, да? Нафига ты его сюда поставил, эту статую обоссанную? Я обосрался. Мне просто страшно к нему спиной подходить. Господи. Итак, собственно, я хотел бы посидеть на болоте сегодня. И на болоте же вроде как рейк водится, да? Я на сайте крипипасты читал. Ну, типа мода крипипасты. Давайте с факелом пойдем. Так. И тут еще вроде как Джек водится, да? Не знаю, наверное. Вроде как я учитывал, сидел, читал такой. Типа умный дофига. О, паук, паук. Пук. Пук. И нет паука. Да, собственно, ночью просидеть на этом деревце. Это довольно-таки романтично. Да. Я могу куда-нибудь перепрыгнуть? Вон, сюда хочу. И, собственно, пока я никаких крейков не вижу. Ничего не вижу пока. Вообще ничего. Вообще ничегошеньки. Эть, ползи. Может, тут что-нибудь... Ох ты, смотрите, грибы. Грибы светятся. Грибы. Грибы. Да. Собственно, с грибами это распространенный баг, это уже все знают, наверное. Про грибы. Да, все знают. Странно, почему на барате не. Ну, прицел как бы не увеличивается. Ой. Фига, я упал, мне урона не снялось. Офигеть. Давай, ползи. Странненько. Странненько. Я же вроде... или я что-то сделал, не знаю. Вот там какая-то шахта. Ну, что-то ночью мне в шахту соваться не очень-то и хочется. Опа, тут есть эта... Фигня. Как она называется-то? Медь, во. Медь.
А, не знаю, что-то на болоте вообще никого. Вы что, охерели? Там ссаный Рейк вылез. Вы что? Господи, погодите. У меня, походу, волосы посидели. Ёбушки-воробушки, вы чё так пугаете-то? Господи. Овца. Боже. Нахрена так пугать? Я понимаю, конечно, что это криповый мод и все такое, но... Господи. Это очень... Вы что? Я думал, песик, милый песик, это, блядь, смайл дог. Ублюдки. Твою мать, я так... Я пересрался. Доги, доги, ты где? Доги, доги. Доги, доги. Доги, доги. Доги, доги. Доги, доги. Доги, доги. Доги, 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 доги. А вот ты... Доги, доги, все, нет, доги, доги. Доги, доги, рипнулся, откинулся. Доги, доги. Ибо нехрен меня было так пугать. Сука, блядь. А вот. Слушай, сейчас мы рипанем Рейка, этого Крейка. Только где он? Честно, я не хочу перемещаться по земле, потому что он, скотина, зараза такая, бегает. Как очумелый. А где он меня убил-то? Эй, алло, Вася. Ай, 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 а! Ползи, 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 ползи. Все. Найс. Где он меня убил-то, этот Рейк, Крейк? Рейк мультиплеер в Майнкрафте. И? Бля! Бля! Отстань! Отстань от меня, зараза. Вон он бегает там, блядь. У меня есть блоки, гравий. Твою мать. Господи, курица. Ты чё? Ты чё меня так пугаешь-то, блядь? Курица. Сука, где этот Рейк? Я убью ещё. Если он, конечно, меня первым не убьет. Господи боже, бля. Просто взял. Блин! Твою мать! Беги, беги! Куда ты лезешь? Куда ты лезешь? Дебил. Это. Бля. Твою мать, это. Это крипово. Ты уже какой день выживания? 15-й, наверное. Членистоногие. Членистоногие, ублюдок. Бегают, пугают. Господи, твою мать. Кто придумывал этот мод, бля? Зачем я вообще начал цикл этих, блядь, приключений обоссанных? Это же страшно и жестко. Господи. Господи. Чё ж так стрёмно-то, а? Вообще жестко. Я даже не знаю, что сказать, потому что сейчас я прыгну вниз, да? Он опять пробежит. Все. И где он теперь? Где эта зараза? Где эта зараза? Покажите мне. Ну не может быть Рейк один, а я два. Вот он меня вот тут убил. Вот, right here. Чё это было? А, это я когда бегаю, типа... Вы чё? Вы чё? Эть! Фух. Я, походу, правда, блядь, посидел волосами. Господи, всё, я больше не хочу играть в хорроры вообще.
ни в Монструм, ни во что не хочу играть. Если мне этот Майнкрафт ссаный страшен. Бля. Твою ж мать. Давайте один факел так кинем туда, чтобы смотреть. Мониторить. И что, где все? Почему факел под водой горит? Объясните мне, пожалуйста. Пожалуйста. Объясните мне. Кто там? Кто там? Вылезай. Я тебя убью. И чем хорош калаш? Тем, что на него можно поставить фонарик и просто смотреть вдаль, так можно будет. Очень удобненько. Господи, где этот Рейк? Твою же дивизию, блядь. А! Тут уже, блин, с каждым днем все больше и больше спавнится этих тварей. Goddammit, goddammit. Ладно, давайте побегаем. Побегаем, побегаем. Побегаем. Странно, вот... Вот меня убила эта скотина, да? И все. И куда-то Мухосранск убежал. Так, Blackwood Pines. Нет, Blackwood Pines я не хочу туда пока идти. Потому что там... Всё, и нету крипера. Крипера. Я думал, курица это крейг, который вылез из воды. Господи, боже. Это еще что за срань господня? Все, и нету. Угу. Ну все, собственно, вот больше нечего тут смотреть. А, попугался я жестко. Да. Жестко. Ух ты, пещера. Ух ты, железо. Офигеть, жестко попугались вообще. Угу. Ага. Вот так вот. И зачем я вообще в эту пещеру пошел? А, хрен меня знает. Меня еще тут за яйца схватит, я. И все. И кирдык-пердык. Я приехал, считай. Ну, собственно, вот, все, насрать на это железо. Пойду домой обратно. И. Твою мать. Лезь, 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 прошу. Ой, я к концу серии уже на самом деле весь уже белый, блядь, посидел. Фу. Вот такая вот получилась хренотень. Давайте тут поставим люк. Люк. Вот right here. И я его не поставил. Как его ставить-то вообще? Эй, он что-то не ставится. Люк. Ну, 2 на 2. Во, поставился. И вот, собственно, вот так закрывается. И давайте здесь земельку тут так прихреначим. Вот тут... ползать могём мейте и закручиваем его. Вот все, вот такой вот люк у нас получается, такой вот прикольненький люк. Так, мы тут гравием вот так вот, все, люк готов. Хотя не так его видно, вот так снова грязь. Вот так вот. И вот такие вот делишки. Да, тихо ты. Вот мы поохотились. Вернее, на нас поохотились. Вот такие вот дела. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Ставьте лайки, комментируйте и подписывайтесь. Или за вами придет вот эта миленькая собачка. Кстати, это что, рука там валяется вот эта? Мне пофиг.